Всем привет, дорогие друзья, с вами Алина. И мы сегодня будем играть в атаку света. Да, в прошлый раз я играла вместе со своим братом. Но мы ужасно вместе играем. Поэтому я буду играть одна. Так. Не то. Вот. Ух ты, 16% пройдено. Второй уровень. Мы справимся, ребят. Мы справимся. Загрузка. О, мне так нравится, как он летит по этому порталу. Мне придется само все озвучивать. Ладно, идем. Куда бы пойти? Зачем? Я попала! Ух ты! Вот это удар! Конец хода. Да. Ой! Может, надо как-то защищаться? По-моему, надо защищаться. Офигеть! Я рано сделала, блин! Мне ноль. Ух ты! Не успеваю! 5. Превосходно! Да! Я справляюсь. Ладно, у Стивена ничего нету нужного. Отлично, да! Я победила одного, да! Ладно, конец хода. Сейчас последний победим. Жемчуг, я тебе не буду доверять этот раз. Рано, блин! Почему так? Ну, ура, победа! Шикарно, идем дальше. Блин. Будем брать аметист. Ибо аметист самая сильная. Идеально. Оу, да. Ой, они какие-то сильные. Давай тебя. Рано, блин. Почему я так рано нажимаю? Конец хода. Меня бьют. Я забыла, что мне... Бедный аметист. У аметист жизни мало. Давай, побей их, аметист. Удачи, да. Ага, защищайся. Поздно. Давай, гранат. И побей его! Да, мы сильные. Мы сильные. Давай. Аметист, кажется, плохо стало. Она мигает красным, она заболела. Почему? Да не бегите туда. Как взять это? Тут же должен был ключ быть. Может, надо на Стивена там нажать? Я не помню, как Саша это сделал тогда. А, на другой ничего нету? Штука, она похожа на жемчуг, не работает. Сундучок! Печенье-кошка! Да! Слушай, аметист, тебе стоит пожрать. Ты мигаешь. Мне это не нравится. Тут то пройти нельзя, да? Не туда, значит. Блин. Идеально, давай. О, да. Вот, аметист вроде лучше стало. Конец хода, давай защищаемся.
Теперь плохо стало гранат. Прекрасно, да. Печенье-кошка! Давай побьем этого. Рано. Блин, все равно я его побила. Блин, бедная гранат. Она такая... И бедная аметист. Ой. И вах. Все, мы побили его. Мы молодцы. Звездный фрог. Да, танцуем. Новый уровень. Защитный пузырь. Да, откроем его. Да. Двойной удар. У нее такой танец, прям, да. Стивен, ты печенье-кошка. Восстанавливает немного гармонии. Добавляет 3 звезды. Ясно. Опа, второй этап. Стой, там же сундук был, да, сундук. Я совсем забыла про сундук. Что в нем? Звездный фрукт. Все, можно идти. Окей. Телепортируемся домой. Пожалуйста. Домой. Нет. Прямо как в компьютерной игре. Это комп... Ладно, это не компьютерная, но это игра. Никогда не понимала этих ваших компьютерных игр. Это ж так круто, там можно выполнять разные задания. Изучать пещеры, сражаться с врагами, искать сокровища. И делать еще кучу всего. А ведь и правда похоже на то, чем мы занимаемся. Ладно, давайте идем. Ты кто? Он мне не раз. Ого, какое сильное создание. Я разберусь. Эта сила разрушает защиту врага. Эта сила ослабляет защиту, примени ее к любой цели, чтобы усилить свой отстав. Yes, звездочка! Во, получи. Конец хода, давай. Ага, так... Ой, жемчуг, ты опять атакуешь всего по одному. Ты мне мешаешь, как бы, немного так. Довольно печально, что я беру сражение только аметист и гранат. У меня жемчуг такая какая-то слабенькая. И у меня длинный нос. Это мне не нравится. Так, сюда можно пройти. Тут пусто. А, там есть сундук. Идем. Сначала сюда. Блин. Ой, красиво. А что это за треугольная дамочка? Похоже, это древний идол призмы. Посмотри, получится ли включить. Можешь стукнуть по ней хорошенько. Не говори ерунды. Стивен, есть какие-нибудь мысли? Может, нужно к ней прикоснуться? Давайте с ней... Да! Вот так-то, я же говорила. Эх. Ух ты. Что взять? Я ищу вот этот странный фрукт. Мне нет столько звездочек. Или я не хочу простраивать. Не, не хочу. Сундук. Что здесь? Синий ключ. Ура! Синий ключ. Ладно, идем, девочки. И Стивен. Девочки, Стивен, идем. Блин, откуда они? Что это за крот? Мне не нравится. Черт! Получи, 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 получи. Ну, давай теперь ты. Конец хода. Ого! Рано, блин! Какой рано! Давай.
вот этого. Блин, ладно, давай его. Превосходно, да! Он умер, давай. И не сходно, давай. Уполз, да? Не, да, на, блин, я не хочу. Ладно, давай. Защищаем гранат. Слушай, ты можешь ударить эту штуку? Только не сходно. Получил. Давай. Суперудар. Получил. Получил, да. Теперь еще жемчуг получи. Потому что жемчуг у меня... Ну ладно, она не слабенькая. Но не самая слабенькая. Конец хода. Блин. Давай, Стивен. Кто он самый... Да. Ладно, добавим аметист пару жизней. Угу. Да, это все, конец хода. Я прям знал, что он по аметист пойдет. Блин. Давай, все, этому. Бей его, бей его, бей его. Да, я сегодня победитель. Давай. Синий ключ. Давайте мы пройдем этот уровень. Еще одна ситуация. У нас нет больше ключей. Влипли. Что это? Я не понимаю, что делать. Все стали такими сильными. Синий ключ. Все. Давайте. Сундук. Что здесь? Давайте, мы должны пройти этот уровень. Что за значок? Какую-то ерунду. Что это значит? Значки. Нажми значок, чтобы его выбрать. Увеличь защиту голубых и синих врагов. А, увеличит защиту от голубых символов, ясно. Пусть это будет у жемчуг. Снять значок или отдать его другому герою можно в любой момент. Окей. Да блин. Ладно, быстро победим всех. Блин, зачем я нажала конец хода? Аметист плохо. Да чё все на аметиста? Блин, бах! Получай, да. Ой, вот на гранат. Сначала победим эту фигуру, надо. Я победила ее. Ладно, давайте. Конец хода. Отлично. Да. Конец хода. Да, я не смогла. Да, превосходно, давай. Круто, да. Все, мы быстро. Мы сможем победить сейчас. Я знаю, мы сможем. Ура, победа! Наверное, защита и лучше на новый уровень гранат.
Бросок копья. Я на... Амтиса исцелилась. Да, мы прошли. Мы прошли. Шикарно. Да. Наконец-то. Я думала, мы не сможем пройти это. Да, так и было. Ладно, наверное, в следующий уровень мы придем уже в следующем видео. А пока что будем прощаться. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также не забывайте писать комментарии, какой ваш любимый самоцвет. Мне будет интересно почитать. Все, всем удачи, всем пока.